Меня зовут Катя, я из города Харькова, представляю организацию «Изумрудный город». Сегодня у нас был праздник Уста, моему исполнилось 3 года. На праздник мы пригласили световое шоу «Sandstorm» Art Group. Работали с ними первый раз, было все очень здорово, ярко, классно. Самое главное, что дети остались довольны. Дети произносили вау, слово «волшебство», «чудеса», «мама, это мультик». Это самое главное. Позитив детей, улыбки детей и их приятные эмоции после для нас – это главная сфера задачи. Поэтому спасибо вам большое. Будем сотрудничать, приглашать еще. До новых встреч!